Здравствуйте, я Николай Басков. Поздравляю всех посетительниц и работниц выставки «Россия» с самым красивым праздником весны, с днем 8 марта. Дорогие мои, пусть ваши глаза всегда светятся радостью и счастьем. Пусть ваши мужчины всегда дают поводы быть красивыми, желанными, неповторимыми и яркими. Будьте счастливы. И пусть в ваших домах будет благополучие, здоровье. Пусть ваши дети радуют успехами и победами. И пусть всегда будут рядом те, кто говорит вам «Я тебя люблю». Я вас люблю и поздравляю. Ваш Николай Басков на выставке «Россия».